Привет, мой хороший, я передумал обалденный рецепт пельмешки. Первым делом берем замороженные пельмешки, ставим оливковое масло, паприка и хорошо все это дело перемешиваем. Выкладываем на пиротвине и загораться отправляем на духовку. Отдельно берем сметана, один плавленый сыр, соль, черный перчик и все это дело блендером хорошо ломаем. Потом берем свежий укропчик, вот так мелко поломаливаю. Потом берешь, один маринованный острый перчик, тоже его вот так хорошо мелко поломал. И хорошо все это дело перемешал. Когда твой пельмешка где-то минут 20 уже запекался, ты взял его хорошо перемешали, еще запекаешь. Потом взял, поставил соус на тарелку и достал свои пельмешки, когда они запеклись. Все это дело выложил сверху, зеленочка поставил, и я тебе отвечаю. Такой шедевр в жизни больше никто не придумал. Это очень вкусно. Попробуй, и ты будешь кайфовать так же, как я. Смотри, как кушает этот парень. Приятный тебе аппетит, мой друг.